Ну, вообще у нас был пес Ньюфаундленд, такой черный, здоровенный, красавец такой, добрый-добрый. Зимой папа запрягал его в сани, сам бежал впереди с палкой, а меня в санки садили, и я такой скакал по этим сугробам, ну, вот так вот. А вот почему-то до сих пор, ну, такой даже остался, как фото такое, да, фото в глазах. Там что-то я и бегал во дворе и споткнулся на скорости и рассек коленку до крови там сильно, ну, просто снял кожу, короче. И помню, как меня несет папа на руках, ну, тоже где-то, наверное, было года 4-5 в каком-то возрасте, ну, может быть, до 6, точно не помню, даже скорее 6, наверное. Вот, несет меня папа, я такой держусь, но похныкиваю, такой немножко подхныкиваю, и бежит Ньюф за нами, Вилли звали его. И мне, помню, коленку лижу своими этим, там же такие залекивающие свойства какие-то есть. Мне коленку зализывают, я такой, о, уже не больно. Почему-то запомнилось очень сильно это. Вот возле дома 110-го нашего, там сейчас там все как-то уже подтаяло, не знаю, изменилось, а раньше там была такая просто сумасшедшая горка, ровненькая спускалась, а в конце такой как был насыпь, трамплин в самом конце. И я вот на санках даже ложился, чтобы больше было такое ускорение побольше, на полном ходу там разгонялся, даже где-то есть кадр, надо поискать, кстати, мне папа сфоткал, разгонялся, взлетал на этом трамплине. Там, ну, благо был асфальт, ой, благо был лед. Если был бы асфальт, было бы странно, конечно. Вот, и там вот я же влетал на ту сторону, ну, то есть на лед, короче, влетал.